Жалагашском районе состоялась 4-я церемония вручения молодежной премии «Жалонд Жастар». В районе особое внимание уделяется работе с молодежью. На реализацию молодежной политики в этом году выделено 14 миллионов тенге. Реализованы 4 социальных проекта. С начала года трудоустроены все 775 обратившихся в Центр занятости молодых людей. Ряд молодых людей прошли краткосрочные курсы. 59 получили безвозвратные гранты на открытие своего бизнеса. 19 человек – облегченные кредиты для занятий животноводством и грузоперевозками. В районе 5-я часть бизнес-сообщества – молодые предприниматели. По труду и награда аким района вручил 40 успешным представителям молодежи премию «Жалон». Получила молодежную премию «Жалон» в номинации «Культура». Для меня это большая радость. Это не только моя заслуга, но и всех, кто трудится в сфере культуры. 5 лет занимаюсь тренерством, воспитал чемпиона страны Азии и Универсиады. Сам являюсь чемпионом Азии. Сегодня мне вручили премию «Жалон». Спасибо большое. Поздравляю всех с 30-летием независимости страны. Призываю всех заниматься спортом.